Не за горами начало купального сезона. На городской планерке в администрации столицы Чувашии обсудили подготовку пляжей к лету. Все ли готово и какие есть проблемы, расскажет Юлия Важенина. Май в этом году уж больно похож на летний месяц. Уже почти неделю столбик термометра поднимается до плюс 20. А в выходные можно было заметить и первых отдыхающих. Горожане играли в пляжный волейбол, катались на велосипедах и даже загорали. Но официально купальный сезон открывается 1 июня. Сейчас на пляжах активно идет подготовка. На территории пляжа Центральный будет завезено баржами 1800 тонн речного песка. Работы по разравниванию песка будут завершены до 25 мая. Произведена очистка прибрежной зоны от мусора и топляков. Проводятся лабораторные исследования песка в качестве воды, акватории, пляжей и питьевой воды из фонтанчиков. Полицейские посты, круглосуточное патрулирование, кнопки экстренного вызова. Охранять территорию будут по всем правилам безопасности. Есть и проблемы. Из четырех городских пляжей Владимир Филиппов предлагает открыть лишь два – центральный и левобережный. Что касается еще двух – Афанасьевского и Новосельского, то там идут реконструкции набережных. Главу администрации города такой вариант не устраивает. Задействована тяжелая техника, экскаваторы, самосвалы. Но сами территории городских пляжей в этом не задействованы, они свободны. То есть, по большому счету, люди, которые попадают на пляж, находятся в безопасности. Но сам проход до пляжа, он занят техникой. Алексей Ладыков поручил изучить вопрос и предложил строителям работать по будням, а выходные открыть пляжи для всех желающих. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.